уже. А хочешь, я тебе сказку расскажу? Страшную, про смерть. Была смерть, и где она проходила, там цветы вяли, и трава засыхала. Она была страшная, черная, как яма, и кто умирал, в нее попадал. Шел однажды царь с войны. Его победили, его всадников победили. Он был злой. И вдруг он услышал смех в кустах. Ха-ха-ха. Еще чмок-чмок-чмок. Подошел, смотрит царь в кусты. А там, в общем, мальчик с девочкой целуются и обнимаются. Царь разозлился, я войну проиграл, а вы тут взял девочку и бросил куда-куда, в руки смерти. Смотрит смерть, а девочка-то жива. Девочка и говорит смерти: а хочешь, я тебе расскажу, как жить хорошо? Хочешь? Только не сейчас, потом. А сейчас отпусти меня к милому своему, хоть на минуточку. А? Смерть удивилась. Ты что, не понимаешь, что ли? Подумала смерть. Ну ладно, дам я им время. Одна ночь тебе, только одна ночь. А потом беги ко мне и не опаздывай. Время пошло. И побежала девочка к милому своему. А смерть уснула, и снились ей страшные сны про жизнь. Девочка встретила своего милого, и про время-то и позабыла. Много времени прошло. Смерть проснулась, видя девочки, да и нету.
Разозлилась Настя, ногами затопала. Сама пошла за девочкой. А девочка говорит: тихо ты, видишь, Милый спит, не буди милого моего. Тут смерть совсем растерялась и говорит: ты забыла, я же за тобой иду. Прошло время, а девочка ей: знаю, что ждешь. Да вот Милый спит, не будить же его, правда? А когда вот, когда проснется, тогда подожди еще немного. Смерть смотрит на них и молчит, даже залюбовалась. О, красиво-то как! Подожду еще немного.